Путь к сердцу, ответ на этот вопрос. Путь к сердцу ребенка. Если мы хотим, чтобы он слушал свое сердце, то нужно показать ему, где это сердце. Вот вы сейчас правильно сказали, сердце слушать, но вы поняли это позже. Да? Вы тогда не распознали этот голос, потому что было давление общества со стороны. Мы же живем в мире собственников. Мы тоже чья-то собственность, родителей, мы попадаем под влияние чувства собственности, нас сбивает с толку это чувство собственности. А сердце означает быть свободным и чистым. Вот почему мы о чистоте говорим? Оно и дает свободу нам, чистота. И именно вот тогда мы можем слушать свое сердце и делать то, что сердце говорит, пока оно чисто. Поэтому научите, да, научите видеть свое сердце, общаясь с ребенком, найдите его сердце, покажите ему. В этом ваша задача. Это не сложно, не думайте, это просто, просто благодаря вниманию и времени, не спеша. Внимание — это подобно как вот полив, и семечко само растет. Если вы внимательны к хорошим вещам ребенка, они эти качества начнут развиваться. Внимание как полив. Вот. Полили — это вырастет. Сорняк полили. Внимательны к плохим вещам — плохие вещи ребенок будет делать. Внимательны к хорошим вещам. И в жизни родители часто что происходит? Что ребенок делает что-то хорошее, не замечают. Ну хорошо же, все нормально. Да? А делает что-то плохое, сразу заметят. Вот ведь обратный результат получается поэтому. Ребенок, чтобы обратить на себя внимание, делает что-то дурное часто. Чтобы тоже как-то на него обратили внимание. Знаете, на ферме здесь есть ферма, и там коровы есть. А еще несколько лет назад там жила ослица одна. Она возила повозку. Вот много коров, и одна ослица стоят в хлеву. И когда приезжают гости по воскресенье, все идут в коровник там кормить коров, погладить их, знаете, как-то все коровы приятные, телята там есть. А мимо ослицы проходит, никто ее не замечает, никто ее не гладит, никто ее не кормит с рук. И она это вот все видит, понимаете, и начинает кардебалет устраивать. Я сначала удивился, что она вообще творит? Вдруг ни с того ни с сего срывается, кричит, бегает кругами, падает на землю, катается и кричит, шум поднимает большой, и все на нее смотрят. Она так все внимание привлекает. Вот такими глупостями, потому что не получает просто внимания. Поэтому, когда хорошие вещи вы замечаете в ребенке, обратите внимание. Плохие вещи как бы игнорируйте, как будто вы не видели этого. И так постепенно этот полив работает сам. Это начинает развиваться хороший под ваше внимание. И становится очевидным. А, вот ты кто. Вот у тебя уже такой цветок появился у этого растения. Теперь я понимаю, кто ты. Так вы найдете его. Это среда, в которой вырастает личность, должна быть правильно. Это не головоломка, это не какая-то большая проблема. Это просто достаточное внимание. Правильное внимание.